Так, ждем Аню, и я попрошу ее провести мой супер-мега-эксперимент. Какой еще эксперимент, Юмичу? Тихо, киса, лис. Что ты собралась делать, Юми? Я хочу все это смешать в блендере. Юмичу, ты что, с ума сошла? Отстань, тетя Софи, все хочу, то и делаю. Не получится. А вот и получится. Нет, Юмичу, это плохая идея. Аня не согласится. Привет, ребят, что делаете? Аня, Юми хочет смешать в блендере гору лизунов, антистрессов. И жвачек для рук. У нас же есть блендер. Погодите, ты на канале Magic Pets. Видишь, тут комментарии появляются. Так что пиши свой коммент и ставь лайк на видео. Тогда, возможно, ты тоже будешь тут со мной. Ты имеешь в виду в коробке, киса Алиса? Нет, на экране. А, ну, извини. Ань, ну что, будем снимать этот дурацкий челлендж? 20 антистрессов. У тебя же есть блендер? Блендер-то есть, только давайте для начала посмотрим, что у вас тут. У нас тут много всего. 20 каких антистрессов? Аня, это так важно. Юмичу, не перечь старшим. Моя идея. Да твоя идея. Кто еще, кроме тебя, покемон, мог такую дурацкую идею придумать? Так, не ссорьтесь, девочки. Давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6 вдалеке, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Юми, не лежи мой палец. Вот я же говорю, Юми еще считать не умеет. 21-й, вот этот, самый гигантский. Но мы из этих 20 сделаем еще один гигантский, а потом смешаем их в блендере. Тебе же не нравилась эта идея, Софи? Уже, мне стало интересно. Вот так всегда, Юмичу вечно ноет. А тетя Софи вечно выделывается. Хватит спорить, а то мы так не начнем никогда. Киса, Лиса, а ты-то куда? Я хочу посмотреть на другие антистрессы. А что за другие антистрессы? Сквиши и всякие разные штуки. А это будет для моего эксперимента. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, кого мы будем смешивать. Так, это у нас слизь. Цвета козявок, как гигантский слайм. Юмичу, ну что за цвета козявок? Ой, упала. Отлично, маленькая зеленая слизь. Ты убери ее, а то я ее съем. Киса Лис, слизь несъедобная. Так, у нас тут есть еще один слайм, только какого-то другого цвета. Открываем. Золотой космос. Смотрите, какой прикольный. Ты уверена, что его нельзя съесть? Нет, Юмичу. Убираем пока что. Так, а это что такое? Арбуз? Нет, Ань. Обманка. Крышка с косточками, а жвачка для рук красная. Смотрите, как она тянется. Дай-ка я ее проверю. Порвется ли она, если... Фу-фу-фу, она прилипла. Порвется, порвется, не рвется. Вот это настоящая тянучка, да, киса Алиса? Представляете, что будет, если мы засунем ее в блендер? Вот и увидим. А пока припрячем. А это что за глаз такой? Юмичу, я знаю, что ты опять без меня смотрела в лоб по мою паракуку. Так мы там вместе были, Алиса. Аня показала, как я на машине еду. И на шлейке ходишь. И в переноске. И показала, как гуляю. Ага. Теперь я обиделась. За что? Теперь я точно знаю, что ты без меня смотрела. Чего вы там шепчетесь? Аня, правда, что пока нас не было тут, на канале Magic Family вышло аж 2 ролика? Правда? И про мою первую паракуку. Да. Ты все показала? Да. Меня. Да, ой, в смысле? И это видео вышло сегодня. Мы все его смотрели. И я. Ужас, кошмар. Я на вас обиделась. А ты что, не смотрел еще это видео? И распаковку не видел. Ты про ту Юмичу, где мы нашли змею? И у нас еще остались подарки. Кроме распаковки со змеюкой и моего позора на моей первой в жизни прогулке. У Ани на Анимэджик тоже вышло видео, между прочим. Все, хватит болтать, ребят. Давайте посмотрим, что это за глаз. Так. Ань? Что? А почему ты не хочешь говорить? Про что, Софи? Про Смешилкиных? На моем канале? Да, это же самая смешная семья в мире. Самая угарная семейка. Обязательно посмотри. Так, давайте-ка я лучше гигантский слайм поставлю сюда. Ань, ты отвлекаешь нас. Обязательно сходи посмотри Смешилкиных. Они очень смешные. Мэджики сами сходят и посмотрят, если захотят. Все, я открываю глаз. Ой, оказывается, это не глаз. Глаз нарисован на крышке. И у него объемный пластиковый зрачок, а внутри зеленый лизунчик. Ну-ка, покажи-ка. Как думаешь, блендер его выдержит? Конечно, выдержит. А может быть и нет. Я думаю, он может не выдержать такое большое количество антистрессов. Возьми ее вон тот, со смайликом. Коробочка со смайликом. Ой, оказывается, это такое колечко снаружи. А дальше просто баночка с крышкой. А внутри красный лизун. Жвачка для рук, Алиса. Отстань, Юмичу, я на тебя обижена. Ну не обижайтесь друг на друга, ребята. Очень красивый такой насыщенный цвет и пахнет вкусно. Так, у нас тут есть 4 ММДемса. Вот такие вот маленькие 2 и 2 очень больших. Вот в этом маленьком... Ой, Это наш антистресс-какашка. Да, он был в каком-то другом видео. А тут у нас что? Лизун похожий на сопельки. Ну почему на сопельки-то? Потому что он странно пахнет и цвет у него странноватый. Сопельный лизун. Ой, все, вам лишь бы что-нибудь соплями, козявками и какашками называть. Давайте скорее. Давай побыстрее всех покажем и начнем уже блендерить. Юмич, вообще-то такого слова нет. Ой, тетя Софи, вечно ты. Желтые и розовые лизуны в этих баночках ММДМС очень такие прям глянцевые, гладкие, блестящие. У них еще там какие-то блестки как будто. Они очень прикольные и большие. Их прям приятно в руках держать. Розовый более матовый, а желтый более прозрачный. И когда их мнешь, о, это так приятно. Желтый больше похож на желе, а розовый именно на жвачку. Он как будто более мягкий и тянучий, а желтый более упругий и плотный. Аня, у нас что, канал обзоров лизунов? Может, хватит уже их мять? Ну, я хотела мэджикам рассказать, ладно? Давай по бырику, Ань, все откроем.
Ой, какой странный. Кажется, у нас появился второй фейк какашек. Хватит про это говорить. Мне кажется, он просто испортился. Очень странная структура и цвет. Но зато пахнет вкусно. Ладно, пойдет в наш эксперимент. В такой же баночке есть еще фиолетовый монстрик. Боюсь, он тоже испорченный, слишком уж липнет. А ты все-таки попробуй его помять. Мне кажется, случится беда. Он оказался очень прилипучим. Для нашего эксперимента как раз. Фуф, помыла руки, переходим к баночкам. Баночки все как будто из-под газировки. Это называется Chillown Cider. И во всех в них похожие розовые жвачки для рук. Пахнет вкусно. Она такая нежная, холодненькая, блестященькая. И самое прикольное, это то, что она такая большая, Дань. Да, она реально большая. Баночка манго-сода. И там точно такая же жвачка. Они реально очень прикольные и мягкие. Ань, а давай их все сразу смешаем до блендера. Хорошая идея, Эйвен, и правда, они все равно все одинаковые в этих баночках. Вот такая уже большая жвачка для рук получилась из двух баночек. Сейчас добавим сюда виноградный Walsh's, и у нас получается вот такая вот бледно-сиреневая гигантская жвачка. Пусть она пока что лежит на столе, а мы пока посмотрим еще одну баночку. А это не фирменная баночка, там что-то другое, голубенькое и немножко странной структуры. Тоже похоже на какую-то тянучку, но она не такая, как это. Она совсем непрозрачная, даже матовая, растягивается и становится очень плоской. Эта штука больше похожа на настоящую жвачку. Вообще не прилипает к рукам и как будто немножко воздушная. И она издает такие прикольные щелкающие звуки, когда ее сжимаешь. Аня, давай правда до блендера закидаем нашу гигантскую жвачку для рук, все остальные жвачки. Да, и правда, давайте. Сопливую жвачку, арбузную, красную и глаз. Слизи туда добавлять не будем. Помните, мы проводили эксперимент, они не смешиваются с жвачками. Но в блендер-то потом добавим? Добавим, Юмичу. И какашку с фиолетовой липучкой. И их тоже. А вот красивые ММДМС добавим на стадии блендера. Сейчас замешаю эту гигантскую жвачку. И пусть полежит. А теперь, Анита, давай посмотрим тех лизунов. И уже начнем блендерить. Один белый, по-моему, испортился. Там у него еще есть какие-то голубо-розовые тона. Но, по-моему, он не работает. А попробуй эту штуку, которую тебе прислали, капни, если липнет. Да, покапаю побольше. Нет, что-то не помогает. Ладно, все равно его в блендер. Розовую красивую жвачечку с блестками, которые уплыли у нее на дно, добавим к нашей гигантской жвачке. Получится жвачка еще больше. А вот из голубенькой мы все-таки вытащим мясь пенопласт, потому что он может в блендере нам помешать. И добавим и ее в нашу жвачку. Ух ты, какая красота получается. А смотрите, я ее сейчас замешаю, и у нас получится гигантская космическая жвачка для рук. Вау! В общем, еще один белый лизун из баночки тоже испорчен, и он пойдет в блендер. Большую желтую банку с лизуном я капнула этой жидкости, но она не помогает. Он тоже продолжает липнуть, но он безумно вкусно пахнет бананом и у него очень классный цвет. Ну что ж, ребята, у нас осталась огромная коробка с гигантским бирюзовым слаймом. И я боюсь, что он тоже испорчен. Похоже, что да. А налей туда побольше этой жидкости. Сомневаюсь, что поможет. Засунь туда руки, Ань, и проверим. Нет, по-моему, он липнет. Но надо жидкость-то помешать. Да, Ань, поглубже руки-то суй. Я думаю, это не поможет, ребят. Ань, ну попробуй поглубже, руки по локоть. Вы шутите? Нет, давай, Ань. Возможно, поможет. Поиздевались надо мной, потому что я в этом всем не разбираюсь. В общем, блин, это просто жесть. Я как в паутине. Кошмар, мне нужно пойти мыть руки. Ну что ж, ребята, я вернулась, и теперь мы сделаем то, что вы так просили. Наконец-то. Закидаем сначала в блендер всех лизунов. Коричневую кокулечку. Фиолетовую липучечку. Космическую слизь. Козявочную слизь. Белый испорченный лизун. Серый испорченный лизун. И банановый. А теперь гигантский бирюзовый слайм. О, жесть, он выливается за края. У нас получилась полная чашка. Так что нашу гигантскую космическую жвачку для рук с ММДМсами и голубой липучкой мы замешаем в блендере позже. Вы готовы, ребята? Жми. А, какой он громкий. Ух ты, ну это все-таки прикольно. Ой-ой-ой. Ничего себе. Аня, он вообще не сломается? Пам. Я не знаю, ребят, это была ваша идея. Может, это все-таки была плохая идея? По-моему, да. Жесть. Да уж. Ну что ж, давайте посмотрим, что получилось. Все в этом адском лизуне. Ань, давай это, попробуй обратно влить. Да, я так и хочу сделать. Надеюсь, он вообще выльется оттуда. Прикольная вообще-то на вид штука-то получилась, да? А почему там какие-то катышки? Это как в манке в школьной столовке. Комочки. Может быть, потому что все лезвие было в этом лизуне, и оно просто не могло, не имело возможности и сил перемолоть эту жесть. Этот монстр засосал ножик от блэка.
блендера. Ладно, главное сейчас это как-то с этим разобраться. По-моему, мы его просто перемешали, и ничего не произошло. По-моему, тоже. Может, ребята что-нибудь предложат? Например, заморозить его в морозилке. Не знаю, что еще можно с ним сделать. Отмыло? У меня это получилось, кстати, холодной водой. Ну что, засунем в блендер нашу космическую медузу? Нашу гигантскую жвачку для рук. Она просто реально супер-мега-гигантская. А мы сейчас к ней добавим еще 3 жвачки. Думаю, она станет еще больше. Желтенький ММДМС, розовенький и голубую липучечку. Ну что, ребят, крутим? Давай! Какой же он грубкий, но уже не так страшно. И не так жутко выглядит. Мне кажется, он его измельчает. Вот это да. Интересно, что из этого выйдет в конце концов? Оно правда становится похоже на желе? Точнее, на эти, на кусочки желе. Я думаю, вас не слышно, ребят. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Оно все теперь как из маленьких частичек. А та голубая штука так и не соединилась с остальными. Аня, попробуй это все перемешать обратно. Руками? Ну да. Для начала попробуем это вытащить. Как легко. Как легко все снялось, смотрите. Круто. Сейчас замешаю. Ух ты, смотрите, какой красивый рисунок у нас получился. Очень необычно выглядит, как какая-то космическая лава. Реально получилось очень красиво. И самое главное, посмотрите на ее размер. Мне нравится. И мне. Гораздо прикольнее, чем лизуны. Ага. Ладно, пожалуй, надо ее собрать и положить куда-нибудь на хранение. А ребята пусть предложат, что нам сделать с гигантской космической жвачкой. Да, пишите в комментариях. Ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш инстаграм. И переходите по ссылкам на другие наши каналы. Там новые видео. И на Анином канале Animagic. И на нашем канале Magic Family. Аж 2 новых ролика. И предлагайте там свои идеи, что нам еще сделать. Может, хватит болтать уже, ребят? Ссылки там все внизу. И на наш мерч там ссылка. И в опросе голосуй. В опросе. В опросе. Миша, лайк. Миш, при чем здесь Миша, лайк? Ладно, ребят, может, пойдем уже? Да, пойдем. Придумывать новые эксперименты. Или снимать каждый кто-нибудь такой. Или от первого лица. Короче, погнали. Погнали.